Это Pepsi Chart на НТВ, хит-парад, основанный на реальных событиях музыки. Летний радиорепертуар предстанет перед вами через пару минут. Я, как видите, не смогла себя удержать в четырех стенах, чего и вам советую. Но только после того, как вы дождетесь конца программы и узнаете, кто же стал лидером Pepsi Chart'а этой недели. Сегодня мы узнаем, что значит зажигать по любви от Би-2. Колесами, проявленными, друг друга запомним альбомами. Кое-кто в Лондоне ждет, не дождется включения, чтобы всем сказать «Hello, I». Привет, Лена, привет, Москва, привет, страна огромная. Сегодня у нас в Лондоне потрясающая тусовка артистов, которые пишут музыку для Дженнифер Лопес, Кристина Милья. И одни из лучших рокеров Англии Мьюз. Это будет незабываемое шоу. А сейчас незабываемая леди Лена. Пока я наслаждаюсь теплым летним днем, так, чтобы вы не завидовали, представлю вам супер выступление от супер артиста. Прямо сейчас на московской сцене появится Мумий-тролль с песней «Это по любви». Поцелуя нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно, это по любви. Караванами, пароходами, я к тебе прорвусь. Монами, рациями, факсами, телефонами, пока завязаны мы. Удивление почуешь и зови. Это будет нетрудно. Растягнутыми вперед весны, радуется лето, радуемся мы. Фотолюксами, проявленными, друг друга запомним альбомами. Солнцами ли, звездами ли, это будет нетрудно. Это было.
гастролю. Хоть я сегодня и слегка легкомысленно от свежего воздуха, но работа есть работа. Итак, замыкающая пятерка Pepsi чарта. На 20-ю строчку нашего чарта с 12-го места переместилась Паулина Рубио с песней «Don't Say Goodbye». Надеемся, что это не прощальный аккорд, а передышка перед новым восхождением. Кстати, именно этот клип вы выбрали клипом недели на нашем сайте. Отсутствовавший на прошлой неделе по неизвестным нам причинам аварийцы снова в строю. Хотя за последние 4 недели парни явно сдали свои позиции. Да, видимо, нелегко нести бремя суперзвезд. Диско-суперстар, 19-я строчка. И вот первый дебют на этой неделе. «Жасмин, не отпускай меня», 18-е место. Спасибо галантным мужчинам-аварийцам. Диско-суперзвездность не помешала им пропустить вперед соотечественницу. Пожелаем удачи дебютантке. А 17-ю строчку снова оккупировала мужская компания. Иванушки Интернешнл расположили здесь свои золотые облака. Судя по предыдущим завоеваниям группы «Облака», могут подняться и выше. Может, сейчас просто погода нелетная? Какая интересная у нас сегодня замыкающая пятерка. Девочки-мальчики и опять девочки. И на 16-м месте очередной новичок нашего чарта – «Тату». Простыми движениями отвоевавший себе теплое местечко. Ты продолжаешь мои продолжения. Я – это ты, а ты – это я. И я повторяю. Хочешь – молчи, жди, что пройдет, а хочешь – ключи. Два оборота, хочешь своя, хочешь чужая, хочешь как я, и я продолжаю. Простые движения.
замыкающая пятерка Пепси-чарта. Ну, а мы двигаемся дальше. Знаете, когда Вэт покорил мое сердце? Когда поднялся высоко-высоко на колесе обозрения в Лондоне. Он, наверное, тогда подумал, я настоящий герой. Лена, ты знаешь, мне так приятно за тобой наблюдать. Окей, наша следующая артистка, не успев выпустить всего два сингла, уже прославилась на весь мир. Неудивительно, ведь она не только прекрасный исполнитель, но и композитор тоже. Сейчас вы в этом сами убедитесь. На сцене Christina Milian с композицией «When You Look At Me». Один дебют. Фэнтези, ты беременна? Кстати, беременным принято уступать места. Неплохой козырь для продвижения по чарту. Будем ждать с нетерпением, чем же разродится этот дебют. 10 на 14 место переехал Даррен Хейт. А ведь был на самой вершине. Что это, передышка или упадок сил? Insatiable, 14 строчка. Хоть и воспевают о высоком чувстве к прекрасной девушке Джули, но что-то никак не попадают к нам в чарт. Modern Talking оказались более чувственными с новой песней «Джулия». И не просто держатся в чарте уже вторую неделю, но и прибавляют одну позицию вверх. Сегодня у них 13 место. Завсегдатый нашего чарта «Рамштайн» скачет по разным позициям и все равно удерживается в хит-листе. На прошлой неделе группа была на 6-й строчке, на этой занимает 12-ю. Куда попадет через 7 дней песня «Мутер», узнаем через 7 дней. Yeah.
Что-то странно ведет себя Эминем. Так активно шел к вершине и начал сдавать позиции. Минус 2 очка. И Without Me только на 11 месте. Наверное, думает, что без него мы обойдемся. А сможем ли? Поддержать своего кумира вы всегда можете на нашем сайте. Поскольку сегодня я вырвалась из нашего клуба, хочется представить новости Бэпси-чарта соответственной ситуации. Итак, вдохните поглубже воздуха, задержите дыхание, сейчас начнется. Только, пожалуйста, не забудьте выдохнуть, а то, знаете, всяко бывает. Снова под сочинским небом звучит музыка. Рок-фестиваль «Рупор», учредителями которого стали администрация президента России и президента Украины, прошел на площади Зимнего театра. В течение 8 часов на сцене, сменяя друг друга, отыграли участники «Рупора». Абсолютные лидеры хит-парадов России и Украины. Главные рок-идолы поколения, среди которых «Мумий-тролль», «Король и Шут», «Сплин», «Би-2», «Вопли Видоплясова», «Грин Грей» и многие другие, вели беспрецедентное по размаху шоу представители нового поколения наших братских народов. Украину представляла ведущая самого популярного телеканала «Новый канал», очаровательная Мария Ефросинина. Лицом России стал шоумен, телеведущий, журналист и по совместительству организатор этого действия Федор Павлов Андреевич. Наконец-таки наши властные структуры обратили внимание на то, что с молодежью можно говорить не только языком официальным, но и языком самой молодежи. Каковой, безусловно, является рок-музыка. Здесь ей все полно, здесь ей все дышит. Мы тоже ею дышим, и от этого дышится как-то свободно. Совсем недавно группа «Мумий-тролль» сняла новое видео на вторую песню со своего грядущего альбома. Песня называется «Морская капуста», а сюжет клипа является продолжением предыдущего «Это по любви». Сценарий же для клипа написал сам Илья Лагутенко. Интересно, а почему он решился пойти на риск и попробовать себя в другом амплуа? Да, потому что кто, как не артист, наверное, лучше всего видит ту песню в визуальном ряде, которую он написал сам. Что же касается поисков режиссера, то я и наш администратор по всем связям с общественностью и художественным видео пропагандирования группы Ирина Миклошич была долго занята этим вопросом. И как потом я узнал, что оказывается она имеет кинематографическое образование, и сказал: «Ирина, а почему бы тебе не стать режиссером этого видеоклипа?» Съемочная бригада работала в открытом поле. Декораций почти не было, поэтому денег на съемки должно было уйти немного. Да, и сценарист с режиссером вроде бы свои. Должна получиться очевидная экономия капусты. Дешевле нам этот клип не обошелся. Мы заложили для себя самые высокие гонорары, чем остались очень довольны. Да, но главный результат, конечно же, и надеюсь, что результат оправдает и ваши надежды, и наши ожидания. Кто не знает рыжеволосую, а нынче блондинистую экс-перчинку? Такая разная, озорная и романтичная, неутомимая Джерри продержалась целых 18 недель в нашем чарте. Однажды она выступала в лондонской студии Pepsi Chart, а этой весной уже побывала в Москве. И, видимо, столица не оставила красотку равнодушной. Сейчас Джерри подумывает о том, чтобы вернуться сюда. Хотите знать подробнее об этом? Смотрите следующие выпуски Pepsi Chart. Олимпийский комитет Афин попросил британского певца с греческими корнями Джорджа Майкла написать гимн для игр 2004 года. Организаторы летней Олимпиады долго не упрашивали Джорджа Майкла, а в певце взыграла греческая кровь, и он охотно согласился написать гимн. Правда, Джордж Майкл, настоящее имя которого Георгиос Кориакос Панайот, сильно сомневается, успеют ли греки подготовиться к Олимпиаде. Недавно он побывал на этнической родине и поразился, насколько ленивы потомки великой Эллады. Далее в нашей программе группа Би-2 с песней «Зажигать». Прямо из Лондона выступление группы Мьюз с песней «Dead Star». И, конечно, самый обаятельный и привлекательный «Батик». Чарт на НТВ. Несмотря на расслабляющую атмосферу, продолжаю исполнять свои обещания. Да мне и самой интересно, что значит «зажигать», по мнению группы Би-2. Посмотрим. Два серебряных крыла, милый друг твой, не
в этот город никогда. И огни усталых улиц станут по тебе скучать. Только и печаль такую в своем сердце не унять. Звезды, нет, без тебя так будет сложно. Как легко плывут ресницы, не узнает твой герой. Если что-нибудь случится где-то за морем с тобой, с ним теперь другое небо, облака над головой, и ступает ангел следом, незнакомый и чужой. Спасибо, группа «Би-2». Спасибо группе «Би-2». Следующие 5 звезд зажглись по разной причине, но горят одинаково ярко. Смотрите сами. Очередная порция хит-парада. Бритни Спирс начинает атаковать первую десятку. Хотя сегодня она ее и замыкает, на следующей неделе любовь к рок-н-роллу может проявиться не только у самой исполнительницы, но и у всех радиослушателей. Десятая строчка «I love rock'n'roll». Самое стремительное падение недели – группа «Аха». Лишь 7 дней назад песня «Forever Not Yours» была абсолютным лидером Пепси-чарта, а сегодня уже на 9-м месте. Нехорошо. Но кто знает, может, это просто такой маневр? Недаром говорят, что Шакира – девушка умная, красивая и целеустремленная. Смотрите сами. Была лидером не одну неделю, затем вообще вылетела из чарта, снова вернулась и уверенно идет опять к вершине. Сегодня «Underneath Your Clothes» уже на 8-й строчке.
Приветствуем новичка нашего хит-листа Андрея Губина. Обратите внимание на позицию в чарте. Песня «Танцы» сразу на 7-м месте. Если такое начало, то что же будет дальше? Тебя не осудит строго, здесь все такие до упаду. Танцуй, это все, что сегодня нам надо. Осталось чуть больше месяца до первого звонка в школе. Для кого-то это только начало, а для группы Hi-Fi приятные воспоминания. Ребята с таким искренним чувством поют о средней школе номер 7, что сами того не замечая, потихоньку приближаются к первой пятерке. Такие песни, такие мы, ведь мы поем. Интересно, а как бы повел себя Вэт, если бы оказался здесь, сейчас, со мной в одной кабинке? Да наверняка выкинул бы что-нибудь такое особенное. Ну, а я просто буду наслаждаться прелестями Москвы. Без всяких там штучек. Наша следующая группа уже у нас была на самой первой программе. И тогда они устроили такой беспредел. Это ужас. Но в этот раз они обещают вести себя очень скромно. Так что мы еще раз пригласили их на нашу программу. Встречайте Мьюз с первым синглом из их нового альбома, который называется Dead Star. Yeah, baby! You're an exception. We're all to blame. Crashing down to
Шерил Кроу и потрясающими Мистик. А пока будьте здоровы. Елена, чао, бэйби. Вадик, мне очень приятно, что ты обо мне заботишься, но немного еще пощекочу твои нервы, нервы тех, кто голосовал на нашем сайте www.pepsichart.ru. Ну что, дождались? Первая пятерка Pepsi Чарта. Новая песня Энрике Иглесиаса «Love to see you cry» стремительно понеслась вперед. На прошлой неделе была 11-й, на этой уже 5-я. Как же везет красавчику! На две строчки вниз переместился альянс Би-2 Чичерина. «Мой рок-н-ролл» занимает четвертую позицию, но все-таки находится в первой пятерке. Это не цель и даже не средство. Не новое. Кайли Миноук снова в тройке лидеров, но пока не первая. На прошлой неделе песня «Love at First Sight» занимала третью строчку. На этой никаких движений не происходило. Что-то данная ситуация не свойственна суперподвижной Кайли. Может, нас ожидает сюрприз через 7 дней? А «Мумий-тролль» тем временем занял бывшую позицию Би-2 и Чичериной. Просто махнулись не глядя. Был четвертым, стал вторым. Неплохо, правда? Проявленными друг друга запомним альбомами. Мне нравится заставлять сердце Вадика биться все чаще и чаще. Так что на следующей неделе продолжим экстрим. Что же касается групп, то на московскую сцену поднимутся красавчики из группы «Динамит». Все для тебя, все для тебя. Только скажи мне, только скажи. А гость из будущего откроет все тайны французской любви. Мое новое платье, твой новый бог, ведь оно стоит больше, чем весь твой дом. Итак, встречаем победителя Pepsi Чарта, а я с вами не прощаюсь. Как же все быстро меняется в летнем Pepsi Чарте, как же быстро меняются вкусы. Сегодняшним лидером становится еще один альянс One Giant Leap, Robbie Williams и Maxi Jazz с песней My Culture. Поздравляем! Ингострах.